начал говорить. Говорю, я что тебе ответил? Я сказал, я говорю, хочу подходить по-хозяйски. Вот один коллега, вот который возле меня сидели, и мы подошли к вопросу не договорников, а наоборот конструктивный подход по-хозяйски. Потому что если бы мы сегодня повелись на эту провокацию, так называемую, мы бы просто похоронили эти деньги, потраченные уже, это налогоплательщик. Давайте так. Они бы поставили, да? Они бы просто отправили, потому что это, знаете, как небольшой кусок масла по этому большому столу. Мы размазали, и никому на руки даже не досталось. Давайте так, если мы одно дело начали, давайте научимся его заканчивать. А я вам хочу сказать, что у нас сегодня... Нет, Федор Петрович, и тогда, когда мы закончим эту трассу, да, я бы хотел создать действительно депутатскую комиссию, группу, может, не знаю, как там смотреть. Да. Выехать. Потому что я помню, как еще Киевскую трассу строили. Я тогда, будем так сказать, депутатом не был, не мог влиять на эти вопросы, тем более она проходила не здесь. Какими такие разговоры, что эту трассу якобы уменьшили на 10 сантиметров, ну, представьте себе, 12 лет, в Одессе. Ну и глубина, естественно. Ну, да. Но я предлагаю тоже в этом, вот, чтобы не было претензий как депутатам, как бюджетной комиссии, как структурам. Тогда дорога. Ну, давайте с вами выйдем и померим, а на сколько там положено метров. Абсолютно. Да. Нормально. Посмотрим, не под землей положили край. Понимаете, что он сегодня получится. Проанализировать, сделать акт приемки. И вот здесь на комиссии мы рассказали, ребята, мы его с трудом выбивали эти деньги, с трудом ее строили, но мы ее построили. Понимаете, поддерживаем.